Привет! Ты смотришь шоу, в котором иллюзионисты из Казахстана удивляют вас. Вы готовы? Тогда мы начинаем. Showtime! Привет, как у тебя дела? Привет, хорошо, у тебя как? Отлично, меня зовут Дима. Можно? Я Гульханым. Гульханым, отлично. Слушай, ты готова к настоящему чуду? Чуду? Ну да, хоть немножечко. Отлично. Слушай, мне потребуется купюра, если у тебя есть какая-нибудь бумажная. Желательно, чем больше, тем интереснее, конечно же. Ага. Отлично. Слушай, нужно ее сделать индивидуально. То есть такая купюра будет только у тебя здесь и сейчас. Желательно подписать ее и, если можно, переписать индекс, точнее номер купюры на листочек. Держи. Такой незаурядная такая подпись. Отлично видно, да? Галочка такая. А теперь смотри внимательно. Я тебе пока даю такой ключик небольшой, скоро он нам понадобится. Держи его аккуратно. Я буду складывать купюру, а ты просто внимательно за ней следишь. Ну, конечно же, должна быть готова к чуду, что сейчас что-то произойдет. Скорее всего, она исчезнет, потому что, как у настоящего более-менее фокусника, купюра, тем более такого номинала, должна исчезнуть. Итак, пробуем. Для этого нам потребуется такой волшебный маркер, пару движений, и не получилось. Ну, такое бывает. Да, с первого раза бывает, что не получается. Давай еще раз попробуем. Просто беру купюру, снова тянусь за волшебным маркером. Пару таких движений. Конечно же, нужно ее немножечко потереть. И внимательно, она у нас исчезает. Действительно исчезает, потому что это магия. И я тебе открою секрет, что я храню свои деньги не в кошельке каком-нибудь, а вот в такой вот колбочке. Можешь ее проверить и сказать, что она действительно закрыта и никак не откроется другим способом, кроме как от того ключа, который я тебе дал. Подергай хорошо. Правда? Хорошо, открой замочек, вытащи пломбу и сними крышечку. Аккуратно вытаскиваешь купюру, проверяешь номер и смотришь на свою галочку, которую ты поставила. Да, сходится. Серьезно. Отлично. В Уральске открылся ресторан с настоящей итальянской и японской кухней. Ресторан «Кэш» — это два оригинально оформленных зала, которые позволят вам побывать словно в двух разных странах. Все блюда приготовлены с использованием только оригинальных продуктов и с соблюдением всех традиций. Также ресторан «Кэш» осуществляет круглосуточную доставку пиццы, суши, роллы, салатов и горячих блюд. С понедельника по пятницу с 12 до 15 часов ждем вас на комплексные обеды. Ресторан «Кэш». Мы рады видеть вас каждый день с 12 дня до 2 часов ночи. Наш адрес: улица Курмангазы, 169, контактный телефон 53 55 81. Девчонки, смотрите, у меня есть колода карт. Сейчас я могу выбрать абсолютно любую карту, которая тебе нравится. Не показывай. Хотя, в принципе, показывай. Показывай всем. Отлично. И чтобы эта карта стала индивидуальной, подпиши ее. Дай подруге подписать, чтобы все было вообще весело. И такой карты больше нет нигде на планете Земля. Как только здесь. Отлично. Покажите в камеру вашу карту. Отлично. Итак, смотрите. Теперь я буду скидывать. Положите. И мы, как говорится, подстригем колоду. И у меня есть шарик, который я сейчас надую. У
мы немного... Завяжем его и положим здесь. Отлично. Теперь мы возьмем карты. Она где-то замешалась. Ваша карта, мы возьмем ее, вытащим и засунем в шарик. Слышите? Да. Там есть что-то. Непонятно что, но, скорее всего, это карта. Так, у меня есть скальпель, осторожно. Девушка, можно попросить вас пальчиком держать карту? Отлично. Итак, раз, два, три. Это ваша карта? Да. Может, выходит? Что ж, это был шоу TimeKZ. Меня зовут Манкарди. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте о нас своих друзьям. До новых встреч. Встретимся через 2 недели. Пока.